На очереди криминальная хроника. Полицейские нагрянули в квартиру 52-летнего жителя Заречного, чтобы проверить оперативную информацию. Мужчина якобы занимается выращиванием и хранением конопли. Анонимное сообщение оказалось правдивым, но даже стражи порядка не ожидали увидеть такой объем запрещенных веществ. Одну из комнат злоумышленник переоборудовал в настоящую лабораторию. Только готового к употреблению зелья изъяли около 400 граммов. Это несколько сотен доз. Всего было изъято 12 горшков с наркосодержащими растениями, а также специальное оборудование для выращивания, переработки и получения наркотического средства марихуаны. Со слов задержанного, изъятый принадлежит ему и предназначалось для личного потребления. В отношении жителя Заречного возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.